Еще клавишу вниз, естественно, надо удерживать. Так, не упади только. Так, нам нужно идти вон в тот дворец. Я думаю, уже. Это дворец. Так, ну здесь... Ой, пардон, извините-ка. Господа. Чтобы использовать орлиное зрение и обнаружить стражников рядом с вами. Прошу, полезная информация, но... Чтобы пройти мимо стражников... Не заметил. Тип здесь, да? Ты не против? Подождите, а как дальше-то пройти? Это непонятно. Ты делай, что говорю! Сюда нельзя! Никак! Да, что-то не так! Извините, господи. Так, да-да-да, надо с настройками еще поработать, посмотреть, что там. Что-то возможно, что делать. Все надо улучшить. Так, а почему... Сюда нельзя! Он! Значит... А, как это назвать-то? Где этот... Наша цель? Вот это зеленая, что ли, или... А, ну да, если я вот так повернусь. Теперь мы... Да, мы стоим. А, вот. Ну да, ну вот мы здесь. Все отлично, нам нужно идти, да, туда. Ну что, как бы тут... В ту дверь нам пройти нужно, да? Ну, конечно, шучу. Не думаю, что... Да, давайте. Эй, подождите, что за фигня? Очередь! Ошибись. Я случайно shift нажал, представляете? Почему-то... Ой, что это было? Это был баг? Или как это назвать? Стой! Стой на месте! Подожди. Подожди, подожди. Не хочу на месте стоять, мне нужно идти. А вот как пройти вот... главный вход вот этого не понимает. Я тебя высеку. Соблюдайте дистанцию. Пардон. Я думаю, вон тут стражник у нас. Эй, так, вы ладно. Все! Делайте, что вам говорят! Давайте сюда пройдем. А, те стражники вроде нас не видят. Сейчас вон тот, вон, видите, он отвернулся. Мы не должны проскочить. Сейчас назад пойдет. Ну, отошли! Сейчас же! Дальше вам нельзя! Назад! Да, я думаю, сейчас. Подожди, он отвернется. Он же должен отвернуться. Сейчас. Назад! Или останешься без головы! Попробуем. Мы обязаны. Нет, он не отвернулся. Сохранение было неделено. Всем отойти! Всем! Покойся с миром, Круг. Все, что ты можешь? Не убежишь. Отрезать его. Блин, почему-то не получается, слушайте. Очередь. Давайте еще раз попробуем, что ли. А, давайте еще раз начинаем. Может, здесь другой путь какой-то есть? Ну, написано, что через толпу. Написано было, что через толпу. Надеюсь, это... Вот сейчас же, если, например, хоп, я да, заметил. Видите, нас заметили, погоди-ка. Да? Я думаю, здесь тоже какая-то фишка есть, но просто я не,
не очень въехал. Ну, сейчас попробуем. Значит, что мы делаем? Назад! Назад, я сказал! Почему? Кто нас там замечает? А, ну все, я вижу. Давайте последим, может, он тоже как-нибудь двигается. Посмотрим. Заткнись и делай, что тебе так, говорят. Так, там синенькие точки. Что за черт? Да, ребята, ну че такое вообще? Чё-то как-то запарываем мои задания. Ну давайте-ка побыстрее уже пройдем. Бах, все даже заметили. Давай еще бабахнем сюда. Извините-ка, дайте-ка пройти, пожалуйста, быстрее. А, и надо бы подумать. А может быть стоит? Орлиное зрение. Не шагу дальше, проваливай! Ну тот чувак, мне интересно, он вообще отворачивается хоть раз. Ну, пожалуйста, вернись. Назад или дух вышибу. Хм. Заметьте, нет. Ну ладно, что ж будем делать? А, я думаю, все-таки нам стоит как-то. Ну все, хватит! Знаете что? Сейчас вам скажу, что надо. А, значит, нам нужно как-то пройти мимо и затеряться уже в том помещении, внутри. Я надеюсь, там-то бегать можно. Ладно, сейчас мы... Почему? Назад! Сюда нельзя! Жалкая пародия на солдата! Лечится. Понять Рома и очевидно не способен. Хватит с меня. Хватит лени. Не способен. Фигеть, их даже несколько. А, он просто вынес. Ну все, хватит. Так, у меня появился план. Блин. Держись подальше. Значит, пробуем еще раз. Ну, вроде получилось. Почему-то нельзя было открыть, ну, наверное, по причине того, что нас засекли. Я думаю, именно это было основной причиной того, что не смогли открыть дверь. Да, видите, ну, либо я просто недостаточно близко подошел. Вот. Так, а что тут написано? Найдите вход на нижний ярус. На нижний ярус. А вот у меня вопрос, чтобы меня не запалили, или я могу здесь ходить спокойно уже? То есть, я даже не знаю. Давайте сюда пройдем, здесь есть дорожка. А бегать-то тут можно, нет? Давайте пока пешочком пройдем.